И дальше расскажу, какие часовые материалы мы здесь использовали. Это нужно учитывать при раскладке плитки. Стоимость данной плитки в районе смотрится восхитительно, бесподобно. Что еще важно, одна из самых лучших красок, которых мы рекомендуем. Стоимость такой доски в районе, то есть какие ее варианты отделки. Кухня заслуживает отдельного внимания. Вот в данном случае ребята постарались. Теперь давайте расскажу про материалы в санузле. И самый топчик, это у нас теперь еще одна фишечка данной квартиры. Стоимость работ и черновых материалов нашему заказчику обошлись. Всем привет! Приехали в жилой комплекс Кутузовский Лайф. Покажу вам проект, в котором сошлись все звезды. Это прекрасный заказчик, который знает, чего хочет, грамотный дизайнер и профессиональная команда строителей. Разработку дизайн-проекта, а также авторский надзор вела Ирина Козырева. Если вам нужны будут ее контакты, пишите в комментариях, обязательно отвечу. А сейчас пройдемся по планировке и дальше расскажу, какие часовые материалы мы здесь использовали. Это однокомнатная квартира площадью 46 квадратных метров. У нас есть небольшой коридор, порядка 2 квадратных метров. Справа это у нас дверь в санузел. Вот, пожалуйста, в санузле у нас состоит система инсталляции, раковина. Здесь у нас место под стиральную машину и сверху сушильная машина будет стоять. Здесь у нас душевой поддон, по чистовым материалам чуть позже. Дальше у нас кухня совмещена с гостиной. Кухня, гостиная. И смотрите, вот чуть позже приедет перегородка. Она будет максимально легкая, будет крепиться к потолку, к стенам. И будет разделять гостиную и спальню. Ну, естественно, здесь будет стоять кровать. Вот видите розетки по бокам, а здесь у нас шкаф для личных вещей. Теперь перейдем к обзору чистовых материалов. Начнем с напольного покрытия. На полу у нас уложен эталон Millennium Silver. Это керамогранит размером 60 на 120 сантиметров. Уложен он в трех помещениях. Это кухня, коридор и санузел. Я сейчас открою дверь, чтобы вы увидели, что плитка непрерывно на всех трех помещениях. Нужно понимать, что размеры 60 на 120 это не финальные размеры плитки, они по факту немножко меньше. Это нужно учитывать при раскладке плитки и планировании, как она у вас ляжет. Стоимость данной плитки в районе 2500 рублей за квадратный метр. Что еще важно, вот можно посмотреть, что эта плитка уходит до конца, до той стены. Это сделано так, чтобы под шкафом тоже была плитка и шкаф не опирался на паркетную доску, а лежал на керамограните. В гостиной у нас уложена паркетная доска от производителя Berliner. Стоимость такой доски в районе 5000 рублей за квадратный метр. Цвет дуб, я забыл сказать. Размер доски, это длина 220 сантиметров, ширина 18 сантиметров, толщина доски 14 миллиметров. Укладывалась она на клей и на фанеру. Так как здесь у нас будет легкая перегородка, ничего тяжелого, уложили одним единым контуром, то есть это будет у нас зона гостиной, это у нас уже зона спальни. Плинтуса у нас по всей квартире мало, но тем не менее про него скажу. Это производитель Arak Decor SX163, название модели. Очень часто в наших проектах встречается этот плинтус, хорошо себя зарекомендовал. Погонный метр стоит в районе 400 рублей за погонный метр. Его обязательно нужно красить, потому что если вы его просто смонтируете и ничего с ним делать не будете, он со временем пожелтеет. Поэтому после монтажа подшпаклевали стыки, прошкурили, прогрунтовали и покрасили в белый цвет, либо в тот цвет, который вам больше всего нравится. Сейчас вам покажу пушечку. Эта стена у нас в районе 9 квадратных метров, обклеена она обоями. Обои непростые, это у нас бельгийские. Сейчас вам скажу производителя. И вот такие вот есть вкрапления, как будто золотом. Смотрится восхитительно, бесподобно, наполняет колоритом помещение. Если есть возможность попробовать что-то похожее, пожалуйста, экспериментируйте. Смотрится очень круто. Производитель Amexco Cobra. И размер каждого квадратика,
из которого склеена вся эта стена, 91 сантиметр на 1 метр. Стоимость таких обоев 9000 рублей за квадратный метр, а точнее 91 сантиметр на 100 сантиметров. Остальные участки стен, которых немного в квартире, выполнены в декоративной штукатурке. Вот сейчас вот если посмотреть между штор, можете увидеть легкую фактуру. Это производитель Никоранза. Цвет, если будет интересен, я вам напишу. А в телевизионной зоне у нас уже штукатурка под бетон. Тоже легкая фактура, приятная на ощупь, ничего не задирается, не царапает. Приятный, насыщенный серый цвет, который не давит, а это очень важно. С серым нужно быть внимательным, потому что можно переборщить, и потом он будет оттенять на себя много внимания. В данном случае дизайнер правильно подобрал цветовые гаммы. И есть еще участок стен, который мы просто покрасили обычной краской. Ну, как обычной. Это Sherwin-Williams Америка. Одна из самых лучших красок, которые мы рекомендуем. Если хотите, напишите, я вам номер цвета скажу. В квартире у нас одна межкомнатная дверь. Это Sofia Skyline, модель 3794. Полотно это 80 сантиметров на 2 метра 40. Отделка шпон. Значит, это дверь Invisible скрытого монтажа. То есть, какие ее варианты отделки? Это покраска, да, в классическом исполнении. Также можно обклеить обоями. Либо вот такой вот вариант отделки шпона. Поэтому выбирайте тот вариант, который вам больше понравится. С этой стороны тоже у нас шпон. Вот так вот сделано под дерево. То есть цвета практически совпадают, пол и двери. А также у нас есть еще вот деревянная вставка на кухне. Но про кухню чуть позже. Стоимость такой двери начинается от 50 тысяч рублей за одну штуку. Кухня заслуживает отдельного внимания. Это производитель Hanak, Чехия. Кухню ждали эту очень долго. У нее оригинальный эксклюзивный цвет, который называется шампань. Это что-то между кофе с молоком и слоновая кость. Абсолютно приятный, ненавязчивый цвет. Очень долго, мне кажется, не надоест нашим заказчикам. Кухня сделана практически до потолка. И действительно практически, просто когда кухонщики говорят, мы вам сделаем в потолок. И оставляют там 2-3 сантиметра. Вот в данном случае ребята постарались и прижали максимально к потолку. По наполнению. Здесь у нас раковина, посудомойка, плита, здесь вытяжка, здесь у нас шкафы. Открываются они вот так вот. Верхние шкафы при помощи нажатия. Здесь у нас вот, что мне понравилось, вот такой глубокий шкаф. Здесь можно кастрюли ставить, какие-то банки, ну, которые там комбайны, которыми очень редко пользуемся. Вот, и также, посмотрите, огромное количество полок. Можно целую фуру сюда засунуть посуды. Здесь у нас плита, винный шкаф и встроенный холодильник. Также еще было сделано так, что при открывании не задевали светильники. Светильники, они практически за подлицо с потолком из гипсокартона. Это очень важный момент, на него стоит обращать внимание. Розетки и выключатели. Производитель Berker, серия Q7. Мне этот производитель нравится, потому что у него огромное количество вариативности, цветов, вариантов исполнения. Поэтому каждый найдет у этого производителя рамки и выключатели на свой вкус и цвет. Теперь давайте расскажу про материалы в санузле. Здесь у нас душевой поддон. Мы под него делали специальную конструкцию, подиум, и уже сверху ставили вот этот поддон в готовом исполнении. Темная плитка – это Eclectic Pinstripe Dark. Размер ее 60 на 120 сантиметров. Стоимость 7000 рублей за квадратный метр. Имеет такие вот белые полоски и еще рыжеватые вкрапления. Вживую смотрится безумно круто. Также специально подобрали темные смесители и тропический душ. Плитка, вот если вы увидите, не доходит до потолка. Вот эта часть сделана под покраску. Кстати, вентилятор такой, который реагирует на влажность. То есть вы его включаете, он дует на максимальных оборотах, срабатывает датчик, то, что влажность упала, и, соответственно, обороты замедляются. То есть он сам определяет, с какой скоростью дуть. Короб для инсталляции облицован таким же керамогранитом, как и на полу. А вот на стенах очень интересная плитка. Она называется Casagrande Padano Resina White 60 на 120 сантиметров. Стоимость 6000 рублей за квадратный метр. Я когда готовился к видео, выписывал название чистовых материалов и по фотографии посмотрел, ну, вообще плитка ни о чем, да, а вот сейчас вот я стою вживую, и действительно эта плитка стоит своих денег. На фотке она просто гладкая, просто ровная, невзрачная, но когда смотришь ее вживую,
есть небольшая фактура, небольшой рисунок, и при этом он ненавязчивый и прекрасно вписывается в интерьер. Вот, если, не знаю, получится по видео передать. Безумно классная, безумно красивая, и еще она достаточно ровная, то есть у нас здесь очень много запилов под 45 градусов, никаких проблем, максимальная калибровка в этой плитке, поэтому получилось все очень-очень круто. Когда у вас отдельно стоящая инсталляция, обычно делают шкаф до потолка, ставят люк-невидимку и там прячут инженерные коммуникации. Так как мы здесь все грамотно спланировали и коммуникации у нас находятся в коридоре, у нас свободное место, можно было сделать полочки, а можно было сделать шкаф, как вот мы поступили в данном случае. Вот, пожалуйста, очень много места для того, чтобы сложить вещи. Вот так это выглядит. Отличное решение, поэтому если у вас есть такая возможность, то, пожалуйста, делайте так, потому что свободные места, свободные полки лишним не бывают. Зеркало у нас с подсветкой, включается и выключается слева от раковины. Унитаз – это арт-керам. Полотенцесушитель у нас электрический, цвет рала 8025, производитель Neonox, стоимость в районе 45 тысяч рублей уже вместе с покраской. Унитаз у нас подвесной, это арт-керам, тоже стоит в районе 50 тысяч рублей. Вот эта вся подвесная мебель, это у нас Италия. Тумба и раковина у нас от итальянского производителя Arbi, стоимость данного комплекта в районе 80 тысяч рублей. Сейчас вам расскажу немножко про освещение в этой квартире. Бра в зоне спальни – это у нас Mantra, артикул 5773 и 5774. Отличаются, что здесь две трубки, и она настраивается уже под конкретного пользователя, а там одна. Люстра в кухне у нас Crystal Lux Highway. Посмотрите, как она классно выглядит, дает очень много приятного света, поэтому для зоны кухни отлично подойдет. Здесь как раз будет стоять обеденный стол. Встроенный трек, а также встроенные светильники. Это у нас центр свет. Они молодцы. Мы часто используем их продукцию. Поэтому она простая в монтаже, надежная. И в принципе по стоимости достаточно доступная для такого вида изделий. И самый топчик, это у нас люстра в спальне. Это тоже центр цвет, Aurum, дизайнерская коллекция Дмитрия Логинова. Она получила большое количество наград, стоит в районе 120 тысяч рублей. Цвет у нас латунь, поэтому если хочется какой-то изюминки в вашем ремонте, пожалуйста, вот можно выбрать такую люстру и придать колорит. Вот этот вот диаметр где-то в районе 1,5 метра, где-то 1,60 м. Теперь еще одна фишечка данной квартиры. У нас есть безумно красивые шторы. Они у нас огромные, потому что посмотрите, какие окна. И мы можем делать вот так. При помощи пульта нажатие на клавишу. Шторы у нас собираются. Очень удобно, потому что так не находишься, не открываешься. А вот при помощи пульта открыл-закрыл. Очень удобно. Поэтому, если есть возможность поставить электрическое открывание штор, то, пожалуйста, ставьте, не пожалеете. Еще классная вещь. Здесь у нас будет стоять диван, висеть телевизор, а здесь кондиционер. Вы скажете, кондиционер будет дуть прямо на человека, который сидит на диване. Что я вам скажу? Такого не будет, потому что у этого кондиционера марки Mitsubishi есть вот такой вот датчик, так называемый глаз, который считывает вашу сетчатку и дует в то место, где вас нет. Он анализирует, где вы находитесь, и направляет воздушные потоки в другое место. Так что классное решение, если есть возможность поставить такой кондиционер, ставьте. Вот будущее уже наступило и уже практически у нас в квартире. Теперь про бюджет. Стоимость работ и черновых материалов нашему заказчику обошлись в 1 миллион 650 тысяч рублей. Стоимость чистовых материалов я постарался назвать, чтобы вы сделали какое-то представление о стоимости всего проекта. Все ваши вопросы пишите, пожалуйста, в комментариях, я обязательно на них отвечу, либо по номеру WhatsApp, который я ставлю в описании к данному видео. Огромное спасибо, что нас смотрите. Всем пока!